Дорогие друзья, не все знают, но у нас в Ананкирхе есть библиотека. И хотя на некоторых книгах вы найдете вот такой стикер, я живу в Ананкирхе, не забирай меня, пожалуйста, с собой. На самом деле, с собой книгу можно забрать, просто для этого нужно в библиотеку записаться и дальше пойти. Но кроме того, здесь огромное количество книг, которые вы можете взять бесплатно, совершенно даром. А преимущественно это книги, которые выпускаются фондом «Лютеранское наследие», книги «Лютеранское богословие». Очень много всяких. Вот, например, недавно была издана книга «Инхиридион» Мартина Хемница, это известный богослов 16 века, где это на самом деле билеты для пастора, где простые вопросы и простые ответы о христианской вере. Вышел новый том Лютера «О слове и таинство». Вообще Лютер написал, говорят, больше всех книг в мире. Кто-то посчитал время его жизни и сказал, что он в день писал по 6 страниц. Вот. Я, конечно, точно не знаю, но знаю, что на немецком языке собрание его сочинений в 60 томах. У нас пока вышло всего лишь два, 35 и 36, они не по порядку идут, но это «О слове и таинство», первый и второй том. Вот, множество и других книг, вот, например, очень хорошая книга «Краткий катехизис» с комментариями. И любой желающий, кто к нам придет, эти книги без наклейки может взять совершенно бесплатно себе домой и совершенно спокойно изучать христианскую веру. Но кроме того, мы помогаем различным церквям и миссиям, независимо лютеранским, католическим, баптистским, протестантским, всякие разные. И отправляем такую небольшую посылку. Это 15 килограмм литературы. Мы собираем ее. Вот здесь еще одну книгу. Еще здесь одну коробку не закрывал. И здесь различные книги, ну, в том числе те, которые я вам представил. «Богословие», вот «Послание к Коринфянам». В основном это книги фонда «Лютеранское наследие». Но и некоторые другие книги, которые у нас есть, и журналы. Журнал «Церковь Фингри», вот, и прочее. И если вы представляете церковь или миссию, или, может быть, вы миссионер, и хотели бы получить такой набор, мы по России отправляем эти книги совершенно бесплатно. То есть вы платите только за пересылку. Это порядка 1000 рублей практически в любой регион России. Поэтому, если вы желаете, мы с большим удовольствием вам такую коробку отправим. Внизу есть форма, заполните ее и вам отправим.